Шеф-повар Максим Григорьев. Бисквит-спанж. Бисквит-спанж, бисквит-губка. Наверняка получил свое название за свою схожесть с губкой. У него мелко-мелко пористая структура. Он довольно плотный, в меру влажный и потрясающе ароматный, и вкусный за счет добавления сливочного масла. А еще его рецептуру очень легко запомнить, все ингредиенты берутся в равных частях. Время приготовления 20 минут. Ингредиенты. Масло сливочное 224 грамм рам-рам. Мука пшеничная 224 грамм рам-рам. Сахар 224 грамм рам-рам. Яйца куриные 224 грамм рам-рам. Шаг 1. Нам нужны ингредиенты, масло, яйца, 224 грамм рам, это примерно 4 яйца, но лучше все взвешивать, мука, сахар. Все ингредиенты должны быть одинаковой температуры. Если 4 яйца не дотягивают до 224 грамм рам, еще один яйцо взбалтываем и добавляем. Шаг 2. Мягкое масло взбить с сахаром в пышный светлый крем. Шаг 3. По 1 вести яйца, тщательно взбивая после каждого. Шаг 4. Сначала масса берется комочками. Шаг 5. Но после взбивания получается однородная, плотная. Шаг 6. Добавляем ароматизаторы, если используем. Шаг 7. В 2 этапах вести муку, аккуратно вмешивая лопаткой. Шаг 8. Долго не мешать. Только до однородности. Шаг 9. Тесто должно быть хоть и немного густое, но воздушное. Шаг 10. Переложить тесто в подготовленную форму, дно, пергамент, бока, масло и мука, так называемая французская рубашка. Шаг 11. Разровнять, выпекать при 180 с около 20 минут, в зависимости от размера формы. Шаг 12. Готовый бисквит сначала остудить в форме, 5 минут. Шаг 13. Потом перевернуть на решетку, снять пергамент. У меня форма 23 сантиметра, но для торта лучше использовать 20 сантиметров. Тогда бисквитные коржи будут выше, а если выпекать в одном форме, то подойдет даже 25 сантиметров. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.